Ребята давно ждали такой радости. Счастье для детишек подарила фирма «Темп», спонсор детской площадки. Местные активисты, молодые родители тоже приняли участие. Поставили лавочки и песочницу. В подрядчики пригласили компанию «Анапа Строй Дизайн», которая установила в округе уже не один объект. Глава Первомайского сельского округа Николай Лосько выехал на место, чтобы лично проконтролировать, как идет работа. Я буду рады, будут сильно, поскольку здесь в хуторе почти 150 детей. Те, которые будут ходить на площадку, порядка, вот мы сидели, подсчитывали утром, около сотни. Я очень счастлива, потому что я наконец смогла подарить такую радость нашим детям, детям нашего вестника. Ну и родителям, потому что они будут приходить сюда со своими детками, они будут очень довольны. Когда счастливы дети, счастливы все вокруг. И пока в Анапе есть отзывчивые люди, готовые безвозмездно протянуть руку помощи самым маленьким анапчанам, на курорте будут самые счастливые дети. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа регион.